24 февраля состоялось очередное заседание политического совета местного отделения партии «Единая Россия», на котором обсуждались результаты комплексной проверки местного отделения Центральной контрольной комиссии. Проверяющие не выявили грубых нарушений устава партии в Одинцовском отделении, но указали на небольшие недочеты в работе ревизоров первичных отделений. Также единороссы обсудили текущие вопросы по приему и снятию с учета членов партии.